Приветствую вас, Кирилл. Я думаю, что в первую очередь нужно сказать о том, что расставание с любимым человеком, человеком, с которым у вас были отношения, вот, особенно при наличии чувств, да, и особенно при условии, что расставание, ну, инициатором расставания была девочка, вот. Я думаю, что это всегда травматично, к сожалению, и всегда является очень болезненным. И тонкость здесь, она вся в том, чтобы вот эта травматичность и болезненность, которая появилась в результате того, что она ушла от вас, чтобы эту травматичность и болезненность, условно говоря, ну не преодолеть, может быть, а купировать, купировать. То есть, чтобы вы увидели, например, в чем конкретно для вас болезненность этой ситуации происходит. В принципе, да, то есть, почему я чувствую, что это болезненно для меня. Вот. То есть, ну да, девушка ушла, да, это... Ну, безусловно, в этом мало хорошего, это понятно. Но почему я так реагирую на это? Да? Из-за чего я так реагирую на это? Вот это, мне кажется, то, что можно и нужно разобрать. Да? Кем она была для вас, что она значила для вас, что вы там, хотели, допустим, от нее для себя, вот. То есть это вот история, которая нуждается в корректировании, в любом случае. Потому что травматичность данной ситуации, именно ее травматичность, она, к сожалению, сама по себе никуда не уйдет. Дальше вы пишете, что она вам снится, пишете, что во сне она говорит вам, что любит вас, это понятно, это потребность в том, чтобы вас любили, ну, то есть потребность в любви, вот, с ее стороны. Это понятно. Вот, то есть, ну, вы хотите этого для себя. Вот. Вы пишете, что, значит, постит новые фото, мол, у нее все хорошо, у меня что-то не очень хорошо. Пишете вы. И здесь очень важный момент заключается в том, чтобы понять, в чем вам-то нехорошо. То есть, знаете, вы даже вот вопросы не заняли к психологам. Вот. От слова совсем. А? То есть, не очень понятно, что вы хотите именно от психолога, как вы видите помощь вам. То есть вы хотите, к примеру,
допустим, девушку вернуть, если вы хотите девушку вернуть, то это одно. Если вы хотите разобраться в себе и чтобы мы, допустим, помогли вам пережить расставание с ней, да, ну, несколько лучше, легче, да, это другое. Это другое. То есть мне кажется, что в зависимости от того, что вы хотите, и можно уже двигаться и действовать. То есть сформулируйте задачу и цель. Сформулируйте задачу для психологов, чтобы мы могли вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.